Здравствуйте, с вами Марина Романюк, и в ближайшее время вместе с моими коллегами, корреспондентами телекомпании «Город» мы подведем итоги уходящей недели. Какой была жизнь города, расскажем прямо сейчас. Смотрите в выпуске. Рязанский туризм в цифрах. Валерий Седов проверил на себе, во сколько приезжему обойдется познакомиться с нашим городом. Соседские войны. Жильцы улицы Нижнетрубежной пытаются отстоять свою территорию у нового застройщика, нещадно уничтожающего их общее имущество. В эпицентре событий побывала Анна Герцовская. Печальная статистика летних радостей. Купания в рязанских водоемах довольно часто заканчиваются для кого-то трагично. В рейд по безопасности вместе с сотрудниками МЧС отправился Максим Васильев. Прекрасную жизнь горожан, проживающих на улице Нижнетрубежная, дом 6, нарушили застройщики, которые по соседству намерены возвести многоэтажный дом. Мало того, что на месте предполагаемого строительства планировалось создание детского садика, уже сейчас крупногабаритные машины проезжают по частной территории жильцов и разрушают асфальт. Анна Герцовская присутствовала на встрече жильцов и представителей застройщика. Без скандала не обошлось. Разрушение деревьев под звон колоколов такого жильцы дома номер 6 на улице Нижнетрубежная еще не видели. Новый застройщик по соседству активно расчищает территорию и готовится возводить многоквартирный дом. Кто и как будет восстанавливать деревья, на встрече жильцов с застройщиком даже толком не обсуждалось. Да ладно деревья, строители вдруг решили, что могут гонять технику по дороге, принадлежащей этому дому. Мы, как собственники, мы не против того, чтобы тут, ну, естественно, строился какой-то объект. Но на данном этапе у людей проекта нету. Откуда они взяли здесь якобы проект этого проезда, тоже непонятно. Нам обещали здесь построить детский садик. У нас двухлетний ребенок, мы ходим вот через эту горку, ходим 30 минут до детского сада. Здесь обещали построить детский сад. И если здесь начнется стройка и большие машины будут здесь ездить, у нас уже начала трещина в подъезде пошла от одного проезда крупной техники. С детским садом жильцов этого уютного района, похоже, обманули. Поменялся собственник. Единственное, чего хотят местные, чтобы строительная техника ездила на стройку в объезд их дома. Асфальт здесь уже разломан, крупногабаритные машины постарались. Даже на данном этапе видно, что это не является проезжей частью. Нету ни знаков, ни регулирования, ничего. Никаких разметок, это даже заездом не считается. Двухлетнюю судебную тяжбу жильцы этого дома выиграли и добились того, чтобы этот злополучный забор с незаконным проездом перенесли на 15 метров от их дома. В день разборки сюда приехал судебный пристав для исполнения решения суда. Ну, соответственно, мы не могли препятствовать приставам. Конечно, запустили вчера экскаватор сюда. Думали, что он будет заниматься тем, что они обещали. А фактически они начали заниматься территорией под строительство. Только всего. Хотя и это по законодательству запрещено. Должно быть что? Строительная площадка должна огорожена. Должно висеть плакат, что строится, застройщик, заказчик. Ну, все строительные нормативы, которые есть, они прописаны в законах. Читайте, написано, должна быть лицензия на право строительства. А где? Ее тоже она должна быть оговорена. Этого всего нету. И они вчера вот так вот заехали, скажем так, просто обманом. Жильцы предоставили нам видео, на котором снято, как строительная техника занимается очисткой территории от деревьев поодаль от забора. Но речи о переносе ограждения так и не идет. Застройщик винит во всем местных жителей. У меня есть на руках уведомление о выполнении переноса забора этого. Я пытаюсь это сделать. А сейчас вижу препятствия. Видите, машина стоит? У меня техника не может туда пройти. Больше комментировать не буду. Единственный проезд на участок, который перекрыт жильцами. Перенос забора упирается в тупик по той простой причине, что за ним уже незаконно навалено много строительного мусора. Неужели нельзя отодвинуть забор без подъезда и применения техники? Нет, нет, нельзя. Нет рук, нет людей у вас? У меня нет людей, которые способны по 2-3 тонны поднимать. По 5 тонн поднимать. И забор и слева не забор, а мусор, который там лежит строительный. Посмотрите, вот он в куче сейчас лежит. Вот вы сможете найти мне людей? Найдите людей, я без техники перенесу. Предлагали ему проезд сделать вот между домами. Если там будет жилье, люди, которые там построятся, будут жить. Им должна быть дорога. Значит, соответственно, должен быть подъезд. Там по-любому будет дорога. И мы им сразу предлагали, чтобы они организовали этот въезд, выезд оттуда для нового строительства. Пускай они бы начинают благородить даже для будущих своих клиентов. Вот просто когда даже все это произойдет, будет покупка, люди даже вот к нам будут ходить мусор выкидывать, да, даже на будущее, чтобы сотрудники Экопромска, да, могли заехать и забрать у них тех же отходы коммунальные, да, коммунального характера.
им нужно куда-то где-то тоже заезжать. Вот пускай вот здесь и заезжают. Это нормальная инфраструктура. К слову, на этом собрании не присутствовал один из главных участников происходящего – руководитель управляющей компании «Вертикаль», которая, по словам людей, и открывает шлагбаум застройщику для проезда на частную территорию. В следующий раз жители хотели бы выслушать и его. Иначе скандалить здесь намерены и дальше. Столько, сколько потребуется. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Эксперты Рязанского отделения Банка России подсчитали, сколько обойдется туристу 2 дня проживания в Рязани. Они использовали данные Рязаньстата за июнь 2020 и 2021 годов. Определили изменение цен, получился так называемый индекс туриста. Валерий Седов попробовал провести туристические выходные и пройтись по Рязани, как в первый раз. Сегодня я в роли туриста, а не журналиста, и изучаю Рязань, словно бы в первый раз. По условиям у нас 2 дня выходных, а на экране будет отображаться счетчик, сколько же денег за эти выходные я потрачу. Ну, начнем мы нашу экскурсию, естественно, с Кремля, самого красивого места Рязани. Преимущество посещения Кремля для туриста и в том, что это абсолютно бесплатно, поэтому на счетчике по-прежнему ноль. Первой тратой будет мороженое. Лето в этом году жаркое, поэтому за стаканчик сливочного лакомства придется отдать 51 рубль. Во время прогулок нужно и жажду свою утолять. Врачи рекомендуют пить минимум 2 литра воды в день, это 4 литра за выходные, и минус 162 рубля из моего кошелька. Кстати, цены по сравнению с прошлым годом выросли, поэтому быть рязанским туристом стало чуть дороже. Подорожание воды объяснимо. Лето жаркое, спрос вырос. Мороженого же увеличилась цена на производство. А вот стоимость за место для ночлега тоже меняется. Ночевка в 3-звездочной гостинице обойдется в 1290 рублей. Но помимо ночевки нужно же и по городу погулять. Бесплатно везде. Платных же мест выбрано 2. Первый – это музей истории воздушно-десантных войск. Посещение такого брешь в кошельке не пробьет. Обойдется в среднем в 100 рублей за билет. Кстати, на 12 рублей дороже по сравнению с годом прошлым. Причина – музей компенсирует отсутствие туристов из-за пандемии. Второй же – это дом родителей Сергея Есенина и усадьба в Константинове. Цена та же, только плюс сумма на проезд. Если автобусом, то 280 рублей. А с комфортом на такси и того дороже – 314. Погуляв по городу, можно и отобедать. Туристам стоит попробовать рязанский калинник. Но одним десертом сыт не будешь. 2 обеда и минус 525 рублей из кошелька. Один ужин в ресторане – 1604 рубля. Забавный факт – в рязанских ресторанах цены за год не изменились. Во время прогулок по городу можно подкрепиться и фруктами. Это полезнее и дешевле. Это, например, сорт Гала. Стоит 55 рублей за полкило, на 12 рублей дешевле, чем годом раньше. Ими можно как самому подкрепиться, так и накормить местную фауну. Белки уже стали своеобразным символом Центрального парка культуры и отдыха. А любят они не только орешки, но и яблоки едят с удовольствием. Но на одних только парках и скверах останавливаться не стоит. В Кремле побывали, в Константиново съездили. Куда теперь? Экскурсоводы советуют выходить за основные туристические маршруты. Например, улица Затинная. Здесь такое скопление интересных объектов. Например, вход в Иерусалимский храм, да, возле которого мы с вами находимся. Благовещенская церковь буквально здесь, в 2 шагах. Казанский женский монастырь тоже рядом. Здесь же Дашковская богадельня, памятник архитектуры конца 18 века. У нас их очень мало, памятников архитектуры гражданской того периода. Река Лыбедь здесь выходит на поверхность, что немаловажно. И буквально в 2 шагах торговый городок. И это объекты, расположенные только на одной улице в Рязани. По всему городу наберется прилично остановок для туристического маршрута. Кстати, о нем. За 2 выходных дня получилась немалая сумма – 4486,5 рублей. Это больше, чем летом прошлого года, говорят специалисты Банка России. Именно они индекс туриста и рассчитали. Причиной такого подорожания называют рост инфляции. Если мы посмотрим с вами индекс инфляции в целом по Рязанской области, то он, например, в июне составил 7,1%. То есть почти в 2 раза больше, чем тот индекс туриста, о котором мы с вами разговариваем. А по Российской Федерации инфляция составила в целом 6,5%. На сегодня этот уровень инфляции, который в общем по Российской Федерации и по Рязанской области сложился, он говорит о том, что инфляция ускоряется. Но, в принципе, Банк России проводит денежно-кредитную политику, направленную на то, чтобы инфляция находилась вблизи цели в 4%. Естественно, индекс туриста подсчитан примерно только по 9 позициям. Например, одни выберут хостел вместо 3-звездочного отеля. Плюс мы пожадничали, не купили ни сувениров, ни гостинцев для друзей. Поэтому цена может варьироваться. Зато средняя сумма теперь известна. А уж дорогая ли Рязань туристическая или нет, решать только гостям города. Валерий Седов, Игорь Глотов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».
Заключение соглашений и в целом большое присутствие лидеров аграрной индустрии – главный итог Дня поля в Рязанской области. В нем приняли участие 75 ведущих российских и зарубежных производителей сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений, семян и удобрений. Компания «Лидея», один из лидеров современной индустрии мира, представила новую линейку гибридов рапса, кукурузы, подсолнечника. Компания «Лидея» – яркий представитель мировой семенной индустрии. На сегодняшний день французская компания входит в топ-10 мировых компаний на рынке семян подсолнечника и кукурузы. «Лидея» объединила в себе передовую генетику французских производителей «Евралис Семанс» и «Кассат Семанс Групп», что позволило усилить позиции на рынке семян кукурузы и предлагать достаточно широкий ассортимент гибридов. День поля в Рязанской области – лучший шанс продвинуть свою продукцию. Во-первых, сама компания планирует увеличение объема продаж по нашим главным культурам, это кукуруза, подсолнечник. Как вы знаете, в настоящее время идет потепление климата, то есть движение таких теплолюбивых культур, как кукуруза, подсолнечник, на север, в том числе и на Рязанскую область. Мы здесь представлены несколькими технологиями подсолнечника, то есть и экспресс, и клеарфилд есть, и также сюда мы продвигаем линейку кукурузы, в том числе ранней и зубовидной кукурузы. Повышение урожайности и качественных характеристик продукции – незыблемая основа работы компании «Лидея». Здесь тонко реагируют на любые изменения рынка, постоянно растет линейка гибридов. На новые тренды, такие как глубокая переработка кукурузы, повышение спроса на сорго, «Лидея» реагирует оперативнее всех. Чем она интересна? То есть это засухоустойчивая культура. Ее сеют там, где не растет кукуруза. На данный момент у нас есть несколько гибридов, то есть порядка 7. Ага. Чем они характеризуются? То есть у него это гибриды воздействуются как на корм для птицы, специально это краснозерный сорго, так и белозерный, это для производства детского питания. Для качественного и бесперебойного обеспечения российских аграриев посевным материалом в Воронежской области был открыт завод «Танаис». В строительство крупнейшего семенного завода в Павловском районе компания инвестировала более 2 миллиардов 700 миллионов рублей. До конца 2026 года «Лидея» планирует реализовать вторую очередь строительства с удвоением мощностей. Перенос производства в Россию позволит обеспечить российских аграриев востребованной продукцией в достаточном объеме. Компания с гордостью представит семена, унаследовавшие европейское качество и генетику, с лозунгом «Произведено в России». Статистика гибели людей на воде вызывает тревогу все чаще, уже сегодня утопших вдвое больше, чем в прошлом году, заявил журналистам в РИО начальника центра ГИМС по Рязанской области Юрий Мюллер. Инспекторы проводят регулярные рейсы в обстановке повышенной готовности, часто наведываются на несанкционированные пляжи. В одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. Рейды инспекторов в акватории Оки для местных любителей отдыха на воде – дело привычное. Сначала проверяют тех, кто бороздит гладь. Визуально. Номера на лодках должны быть обязательно. Это раз. Документы и билеты обычно не забывают, а вот спасательные жилеты есть не у всех. Поэтому сперва наличие оранжевых безрукавок. Это два. Штраф за отсутствие жилета весомый. От 15 до 20 тысяч рублей. Не надо пришвартовываться, я все увижу. Да. У этого экипажа жилеты на месте. Едем дальше. На песчаной отмели прямо у воды три автомобиля. Без соблюдения 200-метровой запретительной зоны. Предупреждение идет незамедлительно. Водитель реагирует мгновенно. Машину убираем. В период массового купания есть как бы желающие заехать и на пляж, то есть и людям мешают отдыхать. Таким гражданам рекомендуем убрать свой автотранспорт за пределы. Ну а в настоящее время как бы предусмотрено штраф за это в районе от 3 до 4,5 тысяч. Даже визуально кажется, что несанкционированными местами отдыха оба берега Оки буквально усыпаны. Понятно, что многим хочется уединения, вот только помочь в случае чего им будет весьма проблематично. Где люди тонут? Конечно, не на пляже. На пляже еще ни один человек не утонул. Все тонут там, где нету пляжа. То есть дикие пляжи, несанкционированные места отдыха. Самое страшное, когда гибнут дети. Мы в июле потеряли девочку 13 лет на реке Цна.
Впереди выходные. Обещают субботу, воскресенье, жару. Очень теплую погоду обещают в августе. Поэтому купальный сезон продолжается. Поэтому я призываю всех соблюдать элементарные правила поведения на воде для своей же безопасности. А инспекторы тем временем усилят патрулирование на реках Рязани. До 3-4 выездов, в том числе с привлечением сотрудников Росгвардии, если, конечно, понадобится. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Масштабную плантацию конопли накрыли полицейские в частных хозяйствах Рязанской области. В двух селах Рязанского района, Полково и Поляны, злоумышленники оборудовали сразу 6 теплиц, где выращивали каннабис. Но что-то у местечковых наркобаронов пошло не так. Трое безработных жителей Полково и Полян возрастной категории до 60 решили на старости лет стать растениеводами. Вот только культивировать в своих теплицах они осмелились не овощи и фрукты, а элитные сорта конопли. Но соседи были бдительны. В общей сложности в результате оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 3 килограммов марихуаны и более 8 килограммов частей растения конопля. В отношении злоумышленников возбуждены 3 уголовных дела о хранении наркотиков в значительном и крупных размерах и 2 уголовных дела о незаконном культивировании наркосодержащих растений группы лиц по предварительному сговору. Проводится расследование. К своему новому увлечению начинающие плантаторы подошли со всей щепетильностью. В сети интернет заказали семена каннабиса из Западной Европы, высадили и бережно ухаживали. В итоге конопляное хозяйство выросло до промышленных масштабов. 102 куста развесистой наркокультуры. Кое-где даже марихуана сушилась для продажи. Теперь за это агрономное пристрастие придется отвечать по закону. Ангелина Никитина, телекомпания «Город». 2 августа страна традиционно отпраздновала День ВДВ. Столицей воздушно-десантных войск считается именно Рязань, поэтому отметили праздник в городе с размахом. Станислав Ионис показывает внуку, на каких автомобилях он ездил во время службы. Правда, на выставке техники проще говорить о тех, на которых дед не садился. Ветеран начал службу в 85-м, закончил спустя 21 год. Был заместителем командира роты по технической части, вышел в отставку в звании гвардии старшего прапорщика. На его груди красуются несколько медалей, в том числе 2 за отвагу. О подвигах говорит просто – участвовал в боях. Для меня всегда праздник. Это войска нашего Василия Филипповича. Этот мой внук, младший, где-то здесь старший бегает. Мы всегда. И они такие же будут, как и дед. На экспозиции образцов вооружений и военной техники он уже встретил много однополчан. Еще бы, где как не здесь собираются люди, которые причастны к этому празднику. Вместе осматривают технику, вспоминают былое. Специально для губернатора устроили экскурсию по экспозиции. Причем в роли гида выступил сам начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Десантируется, достает автомат и ведет огонь по противнику на площадке. БТРы, БМД, Уралы, КАМАЗы и образцы современного вооружения – все это гордость праздничного парада. Однако само торжество отмечают на стадионе. Притом отмечает не только Рязань, но и вся страна. Рязанский край – это родина настоящих героев, многих выдающихся представителей русского воинства, доблестных военнослужащих современной российской армии. Сотни офицеров ВДВ, окончивших наше легендарное училище, по праву считают Рязань своим вторым домом. История ВДВ берет свое начало в далеком 1930-м. Именно тогда, 2 августа, на территории Московского военного округа совершили первый прыжок с парашютом воздушные десантники – 12 бойцов Красной армии. Спустя почти 100 лет к войскам ВДВ причастны около 150 тысяч рязанцев. Рязанские десантники добросовестно выполняют свой воинский долг, постоянно владевают профессиональными знаниями, совершенствуют свою выучку и воинское мастерство, осваивают новые образцы вооружения, военной техники и с честью несут нелегкую службу на защите государственных интересов России и обеспечении ее безопасности. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова – единственное высшее военное училище, которое готовит кадры для мобильного компонента вооруженных сил – ВДВ, подразделений спецназначения, морской пехоты и иных силовых ведомств. Работу тактической группы можно было увидеть воочию. Бойцы разыграли сценарий наступления на лагерь террористов.
За всю свою историю Рязанское десантное училище подготовило почти 50 тысяч офицеров. В состав вуза входит 2 факультета, 20 кафедр, несколько образовательных батальонов. Сотни обучающихся и десятки тысяч выпускников явно говорят о том, что страна наша в надежных руках и под куполом крылатой гвардии. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Порой зарплаты дворников столь невелики, что, по мнению горожан, многие просто не хотят идти в эту профессию. И если в центре города во дворах еще можно встретить порядок, то на периферии годами творится беспредел. Окурки, пустые бутылки, закатанные в землю тряпки – вот что ежедневно можно видеть у дома на улице Станкозаводской, 11. Приокском. Мусор, грязь, захламленная территория. Но ежегодные жалобы жителей этого дома номер 11 по улице Станкозаводская остаются без рассмотрения. По словам местных, приходят лишь отписки. Де юре дворник вроде как есть, де-факто же его здесь никогда не видели. К сожалению, как дворника не было, так его и нет. То есть по документам есть, а так его, к сожалению, отсутствует. То есть видно, что территория не убирается, хотя мастер, который выходил недавно на территорию, неоднократно говорил, что территория убирается, хотя это, честно, незаметно и как бы говорит, что она вправе отказаться вообще от нашего дома. Местные жители дошли с жалобами до жилищной инспекции. По их словам, оттуда реакции не последовало, поэтому ежедневно за порядком вокруг этих домов приходится следить им самим. Стараются люди избавляться от грязи, как от нечисти. Не переносит грязь русский народ. Кроме окурков, бесконечных бутылок, тряпок, пакетов и прочего мусора, во дворе существует еще одна проблема. Ну, тут вот из рюмочной, или как она называется, выходит и сюда в туалет. Не убирается ничего. Вот видите как. Все равно все идут вот в те кусты и в эти. Невозможно. Даже вот нельзя было открыть окна. Вонь, стоящая из кустов, пугает как детей, так и взрослых. Но если с посетителями рюмочной должна разбираться полиция, то с мусором на придворовой территории явно должны совладать представители управляющей компании «Молодежный». Нашей съемочной группе застать директора организации Григория Циоси на месте не удалось. Однако он согласился поговорить с нами по телефону. Вы мне скажите, когда дворник придет, вы четко можете ответить? В течение дня дворник производит ежедневно уборку дворовой территории. Скажите, когда дворовая территория будет убрана? Я не уверен, что она сейчас не убрана. Я пошлю после 13:00, после обеда. Пошлю мастер, сам туда подъеду, посмотрю. И тогда уже буду иметь видение, она убрана или нет. Созвонюсь с дворником, если действительно там имеются какие-то неполадки. Как пояснил Григорий Циось, за домом закреплен дворник, но четкого времени для уборки в его расписании нет. Все зависит от загрязненности участка. Я, честно говоря, не очень верю вашим словам, то, что вы там где-то что-то обнаружили, это, кстати, вполне возможно, но мне что-то не очень верится. Я готов с вами по этому адресу в заранее договоренное время встретиться, пожалуйста. Как выяснилось позже, такое предложение от директора управляющей организации поступило неспроста. Ко встрече с телекомпанией гораздо же удобнее подготовиться заранее. Кстати, сразу после нашего визита в подъезде были убраны бумажки и отходы жизнедеятельности животных. А вот вокруг дома мусор так никто и не убрал. Да. К сожалению, у нас не как в Москве. Но надо, я считаю, стремиться. Надо стремиться и... Как бы я считаю, что если бы вот не мы, граждане, то, мне кажется, так хоть что-то порядка бы не было. Толк, что сменить управляющую компанию, вы думаете, будет от этого толк? Я считаю, все зависит от людей, а не от того, что какая бы там компания ни была. А не будет ли еще хуже? Вопрос. Я считаю, что надо добиваться того, чтобы все управляющие компании работали на совесть. Кроме этого, местные жители обозначили еще одну насущную проблему. Однако, к кому обращаться, они пока не понимают. Ужасные дороги. Дороги ужасные. Не проехать, не пройти. Дети вот на самокатах даже проехать не могут, и на велосипедах. Дороги – это совсем другая история. Но по совокупности с мусором и стихийным туалетом местным жителям кажется, что о них забыли. Даже обращение к депутатам не дали никаких результатов. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Первый в России музей кройки и шитья откроется в Рязани. Секреты лоскутной мозаики в нашем следующем материале.
Работа в технике пэтчворк, лоскутное шитье, давно сложившееся на Руси прикладное творчество, которое вполне актуально и сегодня. Изначально шить из кусочков наши предки стали, чтобы зазря не терять остатки драгоценной материи. Теперь же цели совсем иные, и порой это далеко не экономия. Несмотря на то, что у нас у всех есть залежи всевозможной ткани, потому что все, что увидели, мы хотим купить. Если какого-то оттенка нет, мы идем в один магазин, второй магазин, куда-то поехали, там купили, там сложили. Заказали. Такие панно – результат коллективного труда. Кто-то делает фон, кто-то подбирает и вырезает листочки, кто-то собирает русалку и ученого кота. А кто-то соединяет все в единое полотно и сшивает. На эту сценку про Пушкинское лукоморье у коллектива мастериц ушел год. А такое свадебное одеяло с нашитыми пословицами, славянскими символами – явный отсыл к истокам народной культуры. Здесь идут рисунки наши, русские, и рязанские в том числе. Это коловрат, вращение солнца, земли вокруг солнца, да и всей галактики. Лягушечка называем. Вот этот очень древний, просто вот ортодоксальный знак глубокий, который вышиваются руками и вышивают, не прокалывая ткань, а между переплетениями ниточка. То есть это, да, это по счету нити идет. На всероссийских выставках и фестивалях о работах рязанских мастериц говорят, что в них русская душа. Клуб «Волшебный лоскуток», объединяющий мастериц «Пэтчворк», появился в Рязани еще четверть века назад. Сегодня в нем около 25 человек. В будущем музеи представят по большей части их работы. Мало кто знает, что рязанской иголкой вся Россия шила 200 лет. Потому что при Петре Первом был построен в России первый игольный завод в Коленцах. И мне, если честно, казалось, что эти все панно, это какой-то тогда, мне казалось, это пылесборник. Но когда я начала складывать эти тряпочки, и из них вдруг получались картинки, я вам хочу сказать, мне уже было все равно, какую пыль они будут собирать. Мне просто нравится сам процесс. Вот цветовая гамма, подобрать эту цветовую гамму, шить это и то, что потом получится. Шить из лоскутков действительно почти то же самое, что писать картину, говорят умельцы. Хотя нет, все-таки сложнее. В коллективе была художница Купцова Людмила Дмитриевна. Она нас научила составлять картины, которые объемные, которые состоят из мелких кусочков, подбора ткани. То есть у нее свое видение, она художник. Но она всегда удивлялась тому, что она, закончив Строгановское училище, говорит, как вы сочетаете ткани по цвету, которые совсем художники никогда не сочетают. И она восхищалась, говорит, ну вот вы вроде как никакого образования не имеете. И в то же время получает красивые изделия. Откроется музей 28 августа, а уже 7 августа, в ближайшую субботу, в сквере за памятником Петрова, можно будет оценить самые яркие экспонаты, а также дефиле в одежде, исполненной по технике пэтчворк. Не пропустите. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Прощаюсь с вами до понедельника. Напомню, что выходные в этот раз насыщены мероприятиями, посвященными Дню города. Увидеть программу можно на сайте мэрии. До свидания.